Доброе утро, Танечка и Женечка. Вот деда решил для вас снять. Вот сейчас сниму помидорки красные. А, сперва сейчас покажу, какой чеснок я вчера выкопал. Во какой он чесночина. Он какой огромный. 3 штуки я их не стал кушать, а оставил их. Сюда повесил. Вот. А сейчас пойду покажу помидорки. Вот у нас сегодня солнышко какое прям. Небо какое прям. Ну, самолеты не летают. Вот, сейчас я покажу помидорки. Вот здесь, значит, здесь созрели черики. Несколько штучек. Так. Потом дальше идем. Идем. Вот у нас форточка, да. И под форточкой вот одна вот такая помидорка. Назовем ее помидорка номер 1. Так, потом дальше. Вон там помидорка зреет. Вот. О, какая помидорка. Вон она. Уже такая желтенькая. Такая. Начала. Сейчас где-то ее снизу снимут. Ну вот помидорка какая. Вот, это помидорка номер 2. Такая прям вообще помидорище. И еще помидорка номер 3. Вот. Но это нет. Это разные кусты. Да, с разных кустов. Да, вот так. Сейчас я вам скину это. И спрошу. Какую помидорку можно деде съесть? Помидорку номер 1, помидорку номер 2 или помидорку номер 3. Так, а тут. А тут нету помидорок красных с этого края. С того есть, а с этого нету. Да. Вот так вот. Там он здесь стоит. А там волка стоит. Ну ладненько. Долго снимать не буду, чтобы долго не грузилось. Сейчас скину.